Теплые дни манят туристов на природу, но иногда путешествия в лесах Мурманской области заканчиваются трагически. Так, за прошлый год в летний период на территории нашего региона потерялись 65 человек. Если 58 грибников все-таки нашлись, остальные не найдены до сих пор. Что касается этого года, печальная статистика открыла счет. Сейчас поисковые работы идут в разных точках Кольского Заполярья. Один рыбак пропал в районе острова Немецкий возле реки Тулома. Второй, на этот раз охотник, потерялся в тундре близ Териберки. Спасатели напоминают, перед выходом из дома в лес обязательно сообщите свой маршрут хотя бы родным и близким. И даже к самому безобидному, на первый взгляд, походу надо готовиться основательно. Одежда, к сожалению, у нас всегда камуфляжная, которую просто в зеленке не видать. Поэтому это одно из просьб, когда все время говорим людям, вы должны пойти в лес и обязательно надеть какую-то яркую одежду, чтобы было можно, ну, в случае утраты, потери, если человек потерялся, то хотя бы, по крайней мере, с полуметра можно было его уже увидеть. Потому что если человек в камуфляже упал где-то в траву, то практически невозможно заметить, пока не наступишь на него.